Всех приветствую. Очередной мой выход. Только заехал, буквально 20 минут, переоделся, взял вещички, потерлипался. Первый блин. Ну, как говорится, с почином. Защелка от котелка в краске. Может быть, клейма есть. Но пока не разглядывал. Потом посмотрим. Как раз котелок есть, живой. Ему не хватало такой ручки целой. Единственное, что загнил хреновина, на котором он держался на котелке. Это фигня. Она из железа делается. Вот, как-то так. Это начало. Будем надеяться, что будет все хорошо. Очередная находка. Печка немецкая. Фокусируется, может, видно, не видно. Здесь сухое горючее было раньше. Ну, она раскладывается так красивенько, и на ней можно на котелке разогреть еду, чай закипятить. Ну, что кому надо сделать. Сейчас попробую раскрыть. Ну, хотя видно, что она пустая. Ну, так, сохран-то вроде ничего. Алюминька. Не надо. Алюминька. Надписи видать. Алюминька гниет хорошо, конечно. Тут вот видно, как ее устанавливать. Идем дальше. Вот такая вот охранительно полезная вещь вылила. Кочерга. Блять, под камнями лежала. Выковыривал долго. Да. Ладно, идем дальше. Так, ну, находочки потихонечку идут. Пепельница. Окопное творчество. Сделаны выемки под сигаретки. Патрон припаян, точнее гильза. Чья гильза, не знаю, тут хреново видно, да, надо помыть ее. До воды надо идти. Так, ну что, блинчик меня радует. Будет у меня теперь такая пепельница. Манерная. Прикольно. Ладно, копаем дальше. Интересная мазь. Вылезла. Не знаю, сфокусируется, нет. Викотан. Викотант или викотарт. Викотат. 100% какой-то там штук. А плюс Д. Дохло, убитое. Ну, прикольно, сохран. Такой интересный. Блинок радует. Будем дальше уголки поднимать. Не стал доставать. Хороший сигнал. Камушки убрал. Камней, бля, заебался, бля. Вон сколько она выковырнул. Мне кажется, что это монетка. Да, она самая. Кто не знает, это стакан на фляжку. Ну, живой. Ладно, потом аккуратненько почистим. Так. Блин, блинок-то. Отошел-то всего 50 метров. Ну, не 50, может 150 от дороги. Так, ладно, копаем дальше. Какая-то кожа прет. Тапки. В углу, блин, даже попались. Вешалки. Еще какой-то тубус. Не знаю от чего. Кожа.
Ну, тоже шафран, в принципе, так, на двоечку. Нитки сгнили, а сама кожа нормальная. Застежечка. Не знаю, от чего это, тубус. Надо будет помыть, посмотреть, может, клейма какие есть. Ну, потом выложу. Бутылки, колья, всякий хлам. Вот это ямки прямо наверху. Вылезла такая вот коробочка. Не знаю чего. Ну, судя по всему, пустая. Сейчас попробую открыть. Покажу. Прикольная, бодренькая. Не знаю для чего это. Какие-то клеммы в ней, блин. Что-то, может, приблуда от радиостанции какая-нибудь. Хрен его знает. Или фонарь, блин. Ладно. Какая не попалась. Эта штука одевалась на мыло. Получается, вот это регулировки. А это для ящиков. Ну, там, для груза какого-нибудь. Вот такая хрень. Маленькая эта лошадка носила мне. Блин, крепкие. Еще можно напялить на такого же, на такую же животину. Прикольная штука. Не знаю, если кому-нибудь надо, скажите. Привезу. За небольшое вознаграждение. Ладно, дальше идем. Вот в этой ямке, рядом с блиндажом, вылезла вот такая вот вещь. Там настроится, нет? Сейчас я его помою, и будет видно. Жетончик немецкий целый. Ну, видать, либо невыданка, либо потеряшка. Только ради вот этого, ради такой штуки одной можно было ехать. Выезд оправдывается. Все, до связи, увидимся. Ну вот такая штука. 118-й Stellung Art. Art 118-141. Я так понял, это егерь. Артиллерийский. Артиллеристы 141-го полка. Вот такая вот классная штука. Ладно, дальше идем. Друзья, не поверите, у меня их теперь два. Только это уже 133. Да. 130. Ну так лучше будет видно. 133. Тоже артиллеристы. 118. По-моему, артиллеристы. Может быть, я ошибаюсь. Это просто праздник какой-то. Перекопал вход в блиндаж. Сигналов дофига. Опять часть печки. Чуть-чуть погнутая, но, в принципе, живая. Патроны нахрен не нужны. Так, дальше копаем. Дальше. Вот оказалось что-то похожее на саперную лопатку. Там черенок. Это самолезвие. Сейчас ее откопаю и покажу целиком. Да, саперная лопатка. Правда, не знаю, чья, немецкая или наша. Хрен его знает. У немцев вроде будет сырьевой жесткости. Может, и немецкая. Ну, такая достаточно крепкая. Копать ей, конечно, нельзя. Будет в коллекции висеть на стене. Их уже штук 5. Пускай это тоже будет. И вот в яме, где была саперка, еще оказалась гора подков егерских.
на пятку. Они разные. Есть, которые вот именно на пятку одеваются гвоздями. А есть вот стопка, блин. Я их даже расклеивать не буду. Есть таких вот. Хлам. Хлам. Бесполезный. Дальше идем искать. Ну, вот такие вот скромные находки у меня сегодня. Прям такие экстраординарного, выдающегося ничего нет. Ну, конечно, вот эти вот штуки отдельно, ради них только вся эта поездка оправдалась в плане удовольствия, не денег. Вот так вот. Как-то так. Ну и пепелка прикольная, конечно, будет использоваться по назначению. Ну все, всем счастливо, всем удачи. Увидимся на копе.